она все готова, можно прыгать. Надеюсь, получится. Давай, тянись затылком, короче. Прям тянись, не сдавайся. Угу. Или лучше не надо? Попробуй, если хочешь. Че, я маме тогда покажу вообще. По мере можешь контролировать веревку сбоку, чтобы ни на что не залетело. А руки, я не знаю, наверное, все-таки ближе к телу, чтобы не было. А ноги как, вместе или как? А, вместе лучше, да. Как там у вас говорят? Ready, steady. Амурские медведи!